Кубок открытый, поэтому среди участников соревнований не только школьники, которые занимаются этим видом спорта в общеобразовательных учреждениях, но и взрослые любители армспорта. Если для последних это возможность побороться с представителями своей весовой категории, то для первых весенний турнир отборочный. Сильнейшие поедут завоевывать медали в столицу края. Сочинец Георгий Пигливанян на этих соревнованиях уже просто зритель и болельщик. 10-кратный чемпион Краснодарского края достиг звания мастера спорта. А вот Рамазан Исмаилов – призер первенства России и чемпион города Сочи, только на пути к высокому званию. В школе боролся, и у меня получалось выигрывать. Я в 5 классе, в 6 выигрывал, 9, 10, 11 класс. Сейчас приехал на соревнования тоже выиграть, чтобы отобраться на чемпионат края. В августе планирую поехать на первенство Европы. В итоге свою путевку на чемпионат края Рамазан заработал. Юноша стал победителем открытого кубка города. В целом же армспортом в Сочи занимается порядка 200 школьников. А популярным этот вид спорта становится благодаря известному сочинцу Алексею Воеводе, отмечают в департаменте физкультуры. Те дети, которые записываются сейчас в секцию, в основном они приходят из-за того, что они знают, кто он и чего он добился. То есть для них это большой плюс, да? Тем более он сочинский спортсмен, учился в сочинской школе. Ну и вот как для детей это огромный стимул. Выражение «слабая половина человечества» – это точно не про них. Участницы соревнований по армрестлингу готовы это доказать и справа, и слева. Среди сильнейших и пятиклассница Вика. У школьницы есть все данные, чтобы серьезно заниматься силовым видом спорта. Вот и на этом турнире Вика Брилидзе стала серебряным призером. В секцию она пришла только потому, что учится в школе, выпускником которой является 3-кратный чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода. Он же учился во второй школе. И постоянно о нем рассказывают в моей школе. Ну и захотелось тоже пойти на этот спорт. Желательно, хотелось бы стать там чемпионкой какой-нибудь, чтобы обо мне все знали. Хороший спорт очень. Приходите все на этот спорт. В Сочи за год проходит 3 турнира по армрестлингу. Следующие – летом и осенью. В октябре руки скрестят сильнейшие армрестлеры курорта. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.